heaven on earth. Когда вашу жизнь контролирует Бог, совсем не важно, что думают или говорят люди. Если вы в панике бегаете по своей долине смертной тени, это значит, что у вас проблема. Вы отсоединены от источника покоя, водительства и доброй воли. Люди по-прежнему в страхе, неуверенности. Они разбиты, ранены. Они теряют своих близких. Они теряют свое имущество, свои дома и радость жизни. Я точно знаю, что бы ни происходило в мире, Он позаботится о своих, Он позаботится о своих детях. Я говорю вам, Господь с вами, и вам нужно воздать Ему за это славу. Господь был с вами и за вас 2000 лет назад. Он взошел на Голгофу ради вас. Он пролил свою кровь ради вас. И Он смотрит на вас сегодня. Добро пожаловать, тысячи зрителей из Блумфонтейна. Я люблю вас и очень рад вас видеть. Люди вновь могут вернуться в церкви. Мы благодарим Бога за выборы, правительство и возможность беспрепятственно прийти в церковь, когда нам никто не противостоит. Но в любом случае, мы на стороне победителя. Мы читали конец Библии, где сказано, что победа за нами. Мы не пытаемся победить, мы уже победители. Добро пожаловать, зрители Блумфонтейна, Северного и Южного, Йоханнесбург. Добро пожаловать. Добро пожаловать всем, кто смотрит нас в исправительных учреждениях, расположенных в разных странах и городах африканского континента. Мы особенно горячо приветствуем этих людей сегодня. Это великое чудо, что в этих учреждениях есть возможность смотреть нашу программу в прямом эфире. Конечно же, мы приветствуем зрителей ТБН. Это большая честь быть пастором для многих из вас во время этой пандемии в течение уже почти 2 лет. Я люблю каждого из вас, зрителей ТБН и Ютуба, One Gospel и Praise TV. Мы надеемся увидеть вас в одной из наших церквей в ближайшем будущем. Приветствуем зрителей прямого эфира в Фейсбуке, на Ютубе, на сайте CRC Online и на радиостанциях по всему миру. Россия, молитесь за наш визит в Санкт-Петербург в следующем году. Израиль, Америка, Европа, Индия, Пакистан, Китай и Африка. Сегодня я обращаюсь к огромной аудитории. Библия говорит, все дышащее да хвалит Господа. Мы здесь не для того, чтобы уступать, но чтобы побеждать. Я надеюсь, что обращаюсь сегодня к пленникам ожиданий, а не пленникам пандемии. Поверьте, что ваши лучшие дни еще впереди. Врач ли вы? Юрист, дантист, инженер или студент? Если вы верите, что ваши лучшие дни еще впереди, воздайте Богу великую славу во имя Иисуса. В притчах 13:12 сказано: «Надежда, долго не сбывающаяся, томит сердце, а исполнившееся желание, как древо жизни». В другом переводе сказано: «Когда кажется, что исполнение мечты затягивается, а пандемия длится уже целых 22 месяца, задержка может удручать». Сколько здесь сегодня удрученных людей? Можете не поднимать руки. Просто не подавайте виду. Улыбнитесь. Потому что все будет в порядке. Бог на вашей стороне. И Он держит ваше будущее в своих руках. Он вас не покинул. Но когда ваша мечта наконец осуществляется, сладость жизни удовлетворит вашу душу. Я верю, что сегодняшнее невозможно — завтра может стать возможностью и чудом. Я верю, что ваши самые большие неудачи послужат к тому, что вы вернетесь с новыми силами. Во имя Иисуса, все, что сатана задумал вам во вред,
Бог обратит вам во благо. Бог — режиссер вашего будущего. Он отменяет ваше прошлое. Скажите «Аминь» во имя Иисуса. Итак, сегодняшние разочарования завтра могут обернуться божественными договоренностями. Сегодняшняя атака завтра станет для вас продвижением. Каждый раз, когда Бог захочет переместить вас на новый уровень, вам придется противостать и одолеть еще одного дьявола. Поэтому вы не должны махать белыми платочками и называть истиной то, что является ложью сатаны. Мы оставим свои позиции только когда нас похоронят. Я обращаюсь к тем, кого не хочется называть пожилыми людьми. Я предпочитаю называть их зрелыми. Не называйте их старыми. 60 лет — это средний возраст. Написано, пусть молодые вдовы младше 60 лет выходят замуж. Если вам меньше 60, Библия называет вас молодыми. Я знаю, что вам тоже хочется сходить на побережье, ощутить романтику, разве нет? Да, я знаю это. Мы не можем сдать позиции. Я сказал, что мы не можем сдать позиции. В тот день, когда вы сдадите позиции, вы утратите видение и погибнете. Нам нужно быть более решительными. Сегодняшняя трагедия завтра может стать триумфом. Да, так вполне может быть. Сегодняшняя тюрьма может стать отличной подготовкой для жизни во дворце, которую Бог предназначил вам в будущее. Так что вы в правильном месте. Вот что я хотел вам сказать. Где вы находитесь, в долине или на вершине горы, неважно. Важно, кто с вами. Библия говорит, если Бог за вас, кто против вас. Неважно, с чем вы столкнулись. Важно, кто находится рядом с вами в это время. Хочу сказать вам сегодня, что один верующий и Бог — это уже большинство. Когда Бог на вашей стороне, вы выйдете с победой, с триумфом, в еще большей силе. Если вы верите в это, скажите «Аминь» и воздайте Богу славу. Хочу прочитать из Второй книги Царств, 5:17. Здесь сказано: «Когда филистимляне услышали, что Давида помазали на царство над Израилем, то поднялись все филистимляне искать Давида. И услышал Давид, и пошел в крепость». Подчеркните у себя это слово. Крепость. Он знал, куда пойти. Он пошел к Богу, а не ушел от Бога. У нас тоже есть крепость. И это Иисус Христос. Он — надежное основание, убежище и укрытие. Он — наш Бог. Он совершает наше спасение. Он — наш освободитель. Он — наша крепкая башня. Он — наш краеугольный камень. Во имя Иисуса. Как верующие, мы имеем надежное основание во имя Иисуса. У нас есть крепость, и вы знаете, где можно укрыться. Лучше скажу так, вам нужно знать, у кого можно укрыться во время трудностей или в момент атаки врага. А филистимляне пришли и расположились в долине Рефаим. И вопросил Давид Господа, говоря, «Идти ли мне против филистимлян? Предашь ли их в руки мои? Спуститесь на землю, пожалуйста». И сказал Господь Давиду, «Иди, ибо я предам филистимлян в руки твои». Скажите, «Несомненно». Нет, нужно больше уверенности. Скажите, «Несомненно». Когда в ситуацию приходит Бог, сомнения уходят. «И пошел Давид в Ваал-Перацим, и поразил их там, и сказал Давид, «Господь разнес врагов моих предо мною, как разносит вода. Посему и месту тому дано имя Ваал-Перацим. И оставили там филистимляне истуканов своих, а Давид с людьми своими взял их. И пришли опять филистимляне, и расположились в долине Рефаим. И вопросил Давид Господа, и он отвечал ему, «Не выходи навстречу им, то есть не атакуй их в лоб, а зайди им с тылу и иди к ним со стороны тутовой рощи. И когда услышишь шум, как бы идущего по вершинам тутовых дерев, то двинься». Кто-нибудь скажите, «Двинься». Вам уже пора проснуться. Скажите громче, «Двинься». «Двинься». Когда Бог двигается, вам нужно быть наготове.
Когда Бог устраивает ваше освобождение, вам нужно быть наготове. Вам нужно быть готовым к действию. Зачастую разница между успехом и провалом в том, что вы не действовали вовремя. Я хочу поговорить о Божьем освобождении, о том, как Бог готовит для вас прорыв в 2022 году. Сегодня я хочу поговорить об этом. Нам нужно понять, в освобождении есть задача Бога и задача человека. Все хотят чуда. Да, Бог — это Бог чудес. Но чтобы пройти через долину, чтобы поразить врага, нужно больше, чем чудо. Вам нужна крепость. Вам нужен разум Божий. Вам нужна стратегия. А затем вам нужно будет действовать по Слову Божьему и совершить свой прорыв во имя Иисуса. Итак, Бог сказал, когда услышишь шум, как бы идущего по вершинам тутовых дерев, то двинься, ибо тогда пошел Господь перед тобою, чтобы поразить войско филистимское. И сделал Давид. Давид сделал. Одно дело узнать план, другое — выполнить план Бога. Одно дело знать слово, другое — исполнять его. Одно дело знать, что делать, другое — воплотить в жизнь ваше знание того, что делать. В начале этого года мы все думали, я буду ходить в спортзал, приду в форму. Мы все знаем, что делать, но знать недостаточно. Нам нужно действовать, нам нужно делать, нам нужно делать возможное. Нам нужно выходить за рамки наших чувств, наших ограничений, нашей подавленности, наших страхов, нашего настроения, нашего беспокойства и действовать согласно тому слову, которое дал нам Бог. Итак, наш стих на сегодня. «И пошел Давид в Аал-Перацим и поразил их там. И сказал Давид, Господь разнес врагов моих передо мною, как разносит вода. Посему и месту тому дано имя Ваал-Перацим». Хочу немного поговорить об этом названии. Слово «Ваал» означает просто «господин хозяин». «Перацим» означает «прорыв». В оригинале слово «прорыв» стоит во множественном числе. Ваал-Перацим буквально означает «там, где Бог прорывается, словно вода». Помните, как из скалы хлынула вода и подарила жизнь? В вашу засуху придет жизнь, к вам придет освобождение. Бог будет двигаться и появится в вашей долине смерти. Он — Господь прорыва. Нужно сказать, что Он — Бог множества прорывов. Мне нравится буквальный перевод. Он — Бог, который устраивает. Он — архитектор. Он — создатель вашего прорыва. Аллилуйя! Как вы получили спасение? Библия говорит, если бы власти этого мира знали, они не распяли бы Господа славы. Сатана думал, что нанес решительный удар, но Бог вознес своего сына на крест и поразил дьявола. Я говорю вам еще раз, враг придет к вам одним путем, а победит семью разными путями. Во имя Иисуса Христа. Бог превратит вашу тьму в свет. Бог превратит вашу печаль в радость. Бог превратит вашу пустыню в плодородную почву. Если вы никогда не видели прорыва, сегодня я провозглашаю, что 2022 год будет годом великого множества прорывов для Божьего народа во имя Иисуса. Что я хочу этим сказать? У Бога есть для вас прорыв. Я сказал, что у Бога есть для вас прорыв. Кто-то скажет, «Пастор, у меня было много прорывов». Что ж, Он Бог, который устраивает каждый прорыв. Первый, второй, третий, четвертый и тридцатый. Он источник. Он мудрость. Он дает стратегию. Многие люди, стремясь к прорыву, бегут куда угодно, но не в крепость. Они спрашивают всех, но не источник мудрости. Давайте поговорим об этом. В 20-м псалме сказано, «Господь мой пастырь». Мой пастырь, мой Господь. А значит, Он
проведет меня через долину. Не сказано, что вы разобьете там лагерь. Он проведет вас через долину. Что сделал Давид, когда к нему приблизился враг? Он пошел в крепость. Там он узнал стратегию. Когда приходит Божья мудрость, за ней всегда следует стратегическое мышление. Я говорю об этом потому, что люди всему придают духовный смысл. Когда приходит Божья мудрость, результатом всегда будет стратегия, план действий, план того, что нужно делать. Мы научились этому в армии. Что, где и когда нужно делать. Аминь. Таков порядок. Что именно, где именно и когда именно нам нужно делать. Делать то, что мы должны делать, а не все, что придет в голову. Бог искал человека. Когда Бог захотел освободить Израиль, Он стал искать человека. Когда Богу нужно изменить нашу ситуацию, Ему нужно наше участие. Ему нужно ваше содействие. Ему нужно, чтобы вы мыслили здраво. Ему нужно, чтобы вы следовали Его стратегии. Я верю, что Бог хочет направить вас к вашему божественному прорыву, к вашей божественной победе. Я верю, что Бог устраивает божественный прорыв для каждого из Его детей во время и после этой пандемии. Я верю в это. Я верю, что у Бога есть детальный план, чтобы привести нас в самое лучшее место в вашей жизни. Бог использует эту пандемию как стартовую площадку для того, чтобы запустить вас на орбиту вашего бизнеса, служения и всех прочих сфер вашей жизни. Если вы верите в это, скажите «Аминь» и воздайте Богу великую славу. Как мы воспитываем своих детей? Люди часто заводят разговор о детях и задают нам много вопросов по поводу воспитания. Да, мои дети тоже не были ангелами. Если сейчас они выглядят как ангелы, они не были таковыми. Они были такими же подростками, как ваши. Мне тоже приходилось применять розгу любви. Мне тоже приходилось их ограничивать и забирать у них мобильники. Мне требовалась стратегия, чтобы воспитать этих детей и искоренить бунт и жестокость их сердец. Я не просто люблю их, я люблю их настолько, что узнал Божью стратегию. Для каждого ребенка у меня была отдельная стратегия. Взять, к примеру, Шанель. Едва заслышав мой голос, она пряталась. Да, говорить так некорректно, но когда я воспитывал своих детей, это не было некорректно. Я буду благословлять своих внуков, только буду делать это по-доброму, с мягкостью. Если Шанель понимала, что ее ждет наказание, она сразу исправлялась. Анжелика была упрямой. По идее, ее нужно было пороть. Простите мне это слово. Вы могли возложить на нее руки, но это не помогало. Нужна была другая стратегия. Какая? Я отводил ее в комнату и велел переписывать книгу притчи снова и снова. Снова и снова. Я говорил ей: «Дочка, тебе нужна мудрость, поэтому переписывай книгу притчи». Это хорошо, что сейчас она не видит эту трансляцию. Мы с женой всегда молились за наших детей. Молились за них перед сном и с любовью каждый день говорили им: «Вы замечательные». Мы обнимали их, целовали, потом снова целовали и обнимали. Но к ним все равно приходили глупые идеи. Я знал, что Анжелику нужно ограждать. Я отводил ее в комнату и просил переписывать Библию. Однажды я пошел к ней и увидел, что она переписывает притчи. Это большая книга. Я попросил переписать ее 7 раз. Это число совершенства. Она переписала всю книгу притчей с 1-30 главу. В тот день она переписывала 7 главу. Первый стих она переписывала 7 раз. Каждый раз, когда ей не нравился результат, она рвала этот лист.
Я велел ей переписывать еще раз и сказал: «Ты не сдашь этот экзамен, если не исправишь это». Знаете, чем это закончилось? Она стала очень мудрой девушкой, и по сей день она остается мудрой. Она слушает, но мне нужно было найти стратегию. Дэвид — младшая версия меня, с сильным характером. Когда мир пытался им овладеть, я сказал ему: «Дэви, сейчас ты узнаешь своего отца с другой стороны, с той стороны, какой ты никогда не видел. Я буду бороться с тобой, с твоими друзьями, с их родителями, с целым миром, потому что я люблю тебя. Я не позволю миру вонзить в тебя свои когти. Я буду бороться с каждым демоном и каждым человеком». Я так и делал. Я делал так 3 месяца. Это была война. Война. Я очень любящий человек, и вы тому свидетель. Я очень любящий, мягкий и добрый человек, но я сказал своему сыну: «Ты разбудил такого отца, какого тебе лучше не видеть. Теперь держись». 3 месяца я вел ожесточенное сражение. Сын увидел меня с другой стороны. Я сказал: «Я люблю тебя, сын. Я знаю, что дьявол хочет тобой завладеть. Я не позволю тебе пойти той дорогой, по которой я ходил до того, как получил спасение. Этого не будет. Я буду сражаться с целым миром, потому что люблю тебя». Мне требовалась другая стратегия. Мы много молились за него. «Дэвид, надеюсь, ты не против, что я об этом рассказываю». Я обнял его, когда мы однажды гуляли по саду, и вдруг Дэвид упал на колени и зарыдал. Он сказал: «Я не знаю, что со мной происходит», а я знал. В него пытались проникнуть грех и бунтарство. Сатана пытался прийти и похитить его. Я не собирался быть одним из тех слабых родителей, которые просто смотрят на него, как дьявол похищает и развращает их ребенка. Я принял решение: этого никогда не будет. Ни один дьявол не подойдет. Я был в этом мире, и он меня не проведет. Я буду сражаться за тебя, сын. Ты не будешь курить травку, ты не будешь гулять с тусовщиками в клубах. Я найду тебя в клубе и разберусь со всеми твоими друзьями как пастор. Аминь. Я сниму с себя полномочия в пятницу вечером и вновь приму их в воскресенье. Но ты не притронешься к этим вещам». Я говорю о том, что Божья мудрость очень практична. Давиду нужно было пойти и показаться на поле битвы. Давиду нужно было обрести разум Бога. Давиду нужно было сказать: «Да, Бог». Но помимо этого, да, Бог, Давиду нужно было смело действовать по вере. Бог сказал ему только: «Я буду с тобой». В чем ключ успеха Давида? Он спрашивал Бога. Мне это нравится. Почему он назван человеком по сердцу Бога? Потому что, оказавшись в сложной ситуации, Давид каждый раз обращался к Богу. «Надеющиеся на Бога обновятся в силе, поднимут крылья, как орлы, пойдут и не утомятся». Они обретут сверхъестественную мудрость и силу. Давид знал, что Бог был его силой даже в сложное время. Помните историю о Сикилаге? Библия говорит, что весь народ лежал на земле и рыдал. Что сделал в это время Давид? Он укрепился Господом, а затем поднялся с земли. Кому-то из вас нужно подняться. Подняться от своей стратегии, от своего провала, от своего горя, от своей подавленности. Вам нужно вновь бежать к Богу. Вам нужно вернуться в такую же Божью атмосферу, как царит сегодня. Тогда Дух Божий придет и вдохнет в вас жизнь. Бог укрепит вашего внутреннего человека во имя Иисуса. Бог даст вам мудрость. Бог даст вам стратегию, потому что вам нужна сила для сражения. Чтобы восполнить свои потери, вам нужно появиться на поле битвы. Вам нужно встать и пойти. Да, я когда-нибудь направлюсь туда. Нет, этого недостаточно. Вам нужно вернуться к работе. Вам нужно справиться с негативом. Вам нужно переступить через предательство, переступить через потери в вашем бизнесе. Не думайте, что все закончилось, что ваша надежда потеряна. Нет. Укрывайтесь в Господе. Псалом 90. Пусть Господь будет вашим прибежищем, пристанищем и крепостью. Я говорю Господу: «Прибежище мое и защита моя, Бог мой, на которого я уповаю. С чем бы ты ни столкнулся, Он избавит тебя от сети ловца, от гибельной язвы, стрелы, летящей днем, язвы, ходящей во мраке, заразы, опустошающей в полдень. Падут подали тебя 1000 и 10 000 одесную тебя, но к тебе не приблизится, потому что Бог — мое прибежище. Бог — любовь всей моей жизни. Он — моя скала и моя крепость. Дети Божьи,
Сражайтесь как победители. Стойте во Христе, как Он стоял за вас 2000 лет. Когда все вокруг падают, вам пора подняться. Когда все вокруг пессимистичны, вам нужно быть оптимистом, одеться в славную одежду и стать пленником ожиданий. В то время как всем остальным хочется сбежать из Южной Африки, вам, агенту по недвижимости, самое время покупать и инвестировать в лучшую недвижимость. Пока мир под контролем страха, вы под контролем духа силы, любви и целомудрия. Скажите «Аминь». Аллилуйя. Воздайте Богу великую славу. Ваши лучшие дни впереди. Бог поведет вас силой Духа Святого. Иоанна 16:13. Он наставит вас на всякую истину. Он Господь вашего прорыва. Он, а не сатана. Сатана побежден, а это значит, что он уже под вашими ногами. Перестаньте говорить о власти обстоятельств. Как вы оказались в их власти? Пастор Эд, это получилось само собой. Не может быть. Вы воскресли с Христом и посажены на небесах, превыше всякого начальства и власти, и силы и господства. Вы посажены со Христом. Вы во Христе, и у вас есть победа. Во Христе вы поднимаетесь, как орлы, над своими штормами и обстоятельствами. Орлы используют силу ветра, чтобы подняться еще выше, чтобы парить над облаками. Пришло время расправить крылья и перестать хлопать ими, как индюки. Пришло время избавиться от тревог и волнений. Перестаньте говорить о вчерашних проблемах. Расправьте крылья и парите в Божьей атмосфере. Пусть сила Духа Святого поднимет вас над штормами жизни и изменит ваше восприятие. Пусть к вам вернется видение, и вы начнете смотреть на вещи с точки зрения Бога. Чтобы затем, приземлившись на землю и вернувшись в реальность, вы действовали решительно, с Божьей стратегией, безо всяких сомнений. Вы непременно восстановитесь. В следующем году мы увидим в вашем служении столько спасенных людей, сколько прежде не видели. Стадионы будут наполнены как никогда. Мы будем строить здания как никогда раньше. Мы как никогда раньше решительно настроены сокрушить ад и населить небеса. Скажите «Аминь». Я чувствую на этом месте Духа Святого. Когда придет враг, как река, Дух Божий прогонит его. Псалом 104:41. «Разверз камень, и потекли воды». Сатана никак не может помешать воде и силе Духа Святого, когда он потечет в вашу жизнь. Потекли рекою по местам сухим во имя Иисуса. Захария 4:6. «Не воинством и не силою, но духом моим, говорит Господь Саваоф». Исаия 10:27. «Ярмо распадется». Оно распадется, оно будет разрушено благодаря силе и мощи Духа Святого во имя Иисуса. Ваш ребенок внезапно одумается во имя Иисуса. Ваш бизнес-партнер внезапно одумается во имя Иисуса. Главное, не забывайте о роли Духа Святого. Ваша семья внезапно спасется благодаря гениальной божественной стратегии Господа и освободителя Иеговы и Яхве, нашего Царя, нашего Спасителя. Он не сдался, поэтому и мы не должны сдаваться. Он наш Освободитель. Мы часто собираемся вместе. Когда бизнесмены приглашают кого-то на наш выезд, я советую им не называть этот выезд ретрит. Мы называем его продвижение. Это встреча для продвижения. Ретрит значит отступление. Мы встречаемся, чтобы продвигаться. Мы встречаемся не для того, чтобы отступать. Мне не нравится слово «ретрит». Трит — угощение, да? А ретрит? Нет, мне не нравится слово «проблема». Его нет в моем лексиконе. Мне не нравится слово «пот». Я под грузом проблем. Да, мы это видим. Хотя я должен сказать иначе, как пастор, мы можем это изменить. Мы можем изменить, дать вам правильный настрой. Духом Святым. Я провозглашаю устроенный Богом прорыв.
Как ваш пастор и член церкви пробуждения, я провозглашаю устроенный для вас Господом прорыв, подобный прорыву воды в 2022 году. Я провозглашаю, что Бог уже разверз скалу по своему слову, и воды уже текут. Вам нужно лишь окунуться в эту реку, в Божью атмосферу. Быстро назову вам три пункта. Кто-то из вас, возможно, проголодался, но вас так давно не было. Что вы сказали? Аминь? Верно? Три шага к прорыву. Первый. Спросить. Не все слова мне удается произносить правильно, но я стараюсь. Вам нужно постигать разум Бога. К примеру, если вы врач, вы учитесь. В вашей церкви много юристов, адвокатов. Я говорю людям, да, нам нужно учиться. Да, нам нужны знания. Но между знаниями и мудростью огромная разница. Один из прекраснейших врачей-хирургов в нашей церкви в Блумфонтайне однажды сказал, «Пастор, я не знаю, что происходит. Два человека после моих операций умерли». Я сказал, «Такое иногда случается. Я не врач. Иногда я ищу какую-то информацию в Гугле, как и все вы, но это не делает меня врачом. У всех людей разная анатомия, верно? Да, голова у всех людей находится примерно в одном месте, но не каждая вена располагается именно там, где должна. По этой причине случается, что после операции или процедур люди умирают». Выслушав этого врача-хирурга, я сказал ему, «Слушай, Бога, несмотря на то, что ты блестяще выполняешь свою работу, помазание нужно не только для того, чтобы восклицать в церкви по воскресеньям. Помазание нужно не только для того, чтобы восклицать в церкви по воскресеньям. Помазание предназначено направлять вас к успеху в каждой сфере жизни. Если вы адвокат, который защищает своего клиента, вы внезапно что-то узнаете. Как? Это будет слово мудрости, слово значения. Это дар Духа Святого. Он дается не только для того, чтобы слово звучало со сцены. Это дар для верующих, чтобы люди извлекали пользу. Если пациент говорит, у меня болит здесь, здесь и здесь, вы, изучив таблицу данных, думаете, это означает вот это. Но внезапно, внутри себя вы поймете, причина в другом. Как вы это узнаете? Духом Святым. Потому что вы зависите от Духа Святого. Во 2 главе 1 Иоанна сказано, что вы имеете помазание Святого и все знаете. Это подразумевает и вашу работу, и вашу профессию, и вашу судьбу. Вы просто знаете. Порой вы сидите с людьми и просто что-то знаете. Кто-то предлагает вам отличную сделку, практически сделку века, и вы уже готовы подписать бумаги. Но внезапно Дух говорит вам «нет». Если вы не прислушаетесь и подпишете, а затем начнутся трудности, вы начнете корить себя. Нужно было послушаться. Давайте уйдем от этого «нужно было послушаться» и действительно начнем слушать Бога и доверять Ему. Начнем доверять Духу Святому, доверять тому, кто живет в нас, доверять тому, кого Иисус послал нам вместо себя, чтобы Он жил в нас. Вы просто знаете, нужно засвидетельствовать этому человеку. За этого нужно помолиться, этого нужно благословить, а об этом, ребенке, нужно позаботиться. Мы не можем жить в отрыве от Бога и Духа Святого в любой сфере нашей жизни, потому что иначе у нас будут проблемы. Однажды я внезапно проснулся во время сна, потому что понял, что дьявол хочет убить одного из моих детей. Я знал это. Это было так же бесспорно, как то, что сейчас я стою здесь. Я не драматизирую, я знал это. Мной овладело какое-то бремя, которого я даже не мог объяснить. Я начал молиться. Неретта тоже стала молиться. С 5 утра я 3 часа молился. Молился, молился и молился. Начиная с той секунды, когда понял, что дьявол хочет убить одного из моих детей. Я молился, молился и молился до тех пор, пока не пришла свобода. Потом мы пошли в комнату наших детей. Стали возлагать на них руки, обнимать их и молиться. А они все спрашивали, в чем дело, что случилось. Я просто знал это. Но если бы я не отреагировал, сколько событий можно было предупредить и предотвратить, если бы мы были чувствительны к Духу Святому?
Духовный человек полагается на Господа, верно? И именно там говорит Бог. Если вы не читаете Библию и не молитесь на языках, это два условия. Вы не будете чувствительны к своему внутреннему человеку. Вам нужно читать Библию, потому что Библия питает вашего внутреннего человека. Не хлебом един жив человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих. Нужно, чтобы ваш внутренний человек был на одной волне с Духом Святым. Тот, кто соединяется с Богом, есть один Дух с Господом. Дух Божий свидетельствует нашему Духу, что мы дети Божьи. Бог постоянно с нами разговаривает, это факт. Но слушаем ли мы? Слушаем ли мы Его? Или мы так увлечены естественным миром, своими планами и идеями, что не воспринимаем сверхъестественный? Вспомните Давида. Он мог бы приписать свою первую победу себе, но грех самонадеянности и пренебрежение Божьей волей — это первая причина, которая приводит к провалу. Даже если вы знаете, что нужно сделать, вам все равно нужно дождаться нужного часа. Поэтому вам нужно спрашивать Бога. Вам нужна стратегия. Стратегию, божественную стратегию я тоже связываю со временем. В послании Иакова сказано, «Если подвергаетесь различным испытаниям и искушениям, просите мудрости». Зачем? Зачем нужна мудрость? Мудрость — это способность применять знания правильно. В 4 главе притчи сказано, что главное — это мудрость. Вы не справитесь с трудностями без мудрости. Я говорю о нечеловеческой мудрости, той, которую приобретают в университете. Мы говорим о Божьей мудрости. Божья мудрость поведет вас на следующий уровень. Божья мудрость поможет свершиться вашему прорыву. Христос — источник вашей мудрости. Послушайте меня. У нас не получится прожить жизнь, устраняя из нее Иисуса. Мы не увидим прорыв, если будем отворачиваться от Иисуса. Вам нужен прорыв, который приготовил нам Бог. Вам нужно место покоя, и это место только рядом с Ним. Там вы восполните силы, восстановитесь и познаете разум Божий. Тогда, братья мои, вы выйдете в силе. Вы выйдете как львы, готовые сражаться добрым подвигом веры. Вам нужно выйти оттуда с уверенностью во имя Иисуса. Вы выйдете со словами: «Я все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе. Я готов ко встрече с любым Голиафом, с любым противником, потому что слушаю голос моего Господа». Тогда вы поразите врага. Именно такой прорыв Бог для вас предназначил. Но все начинается с вопроса. Все начинается с Него, с Иисуса. Он — жизнь и свет. Библия говорит, что в Нем была жизнь, и эта жизнь была светом для людей. Возможно, вы смотрите нас сегодня, но никогда не отдавали свою жизнь Иисусу. Библия говорит в 1 главе Иоанна, «Он пришел к Своим, но Свои Его не приняли, а тем, кто принял, Он дал власть быть детьми Божьими». Сегодня вы можете вернуться к Богу и отдать свою жизнь Иисусу. Без Него нет будущего. Даже если мы покинем этот мир, что ждет нас без Него? Если вы готовы отдать Ему свою жизнь, положите руку на сердце и произнесите простую молитву. «Господь Иисус, сегодня я отдаю себя Тебе. Я принимаю Тебя как Господа и Спасителя. Спасибо, что любишь меня во имя Иисуса».